Сегодня очень, друзья, классный день. И мы сегодня решили, сегодня суббота, решили сходить в китайский. Здесь, в Вашингтоне, он, друзья, такой дорогой. Намного дороже, чем в других вот штатах. В штате Пенсильвания, в Кентаки, вот где мы были, да? Так что, так вот просто отдыхаем сегодня. Ребят, мы все собрались и идем в китайский. Убивать не пробуйся. Сколько там Пенсильвания стоило? Сколько там? $30. По $15 начало. Это нормально. А в Кентукки 25. В Кентукки по 12.50 на человек. Интересно, беда, я все не ем. Я только живой ем. Да? Там вкусненько. Ну, может быть, тут кому-то вкусно.